У Києві можуть заборонити поліетиленові пакети. Нарешті. Це від мене особиста ремарка. Вони, до речі, не розкладаються тисячі років і забруднюють довкілля. Можна їх, звісно, віддавати на переробку. Тоді виходять, зараз вам покажу, ось такі кульки. Ось такі малесенькі, гарнесенькі кульки, з яких може вийти ще один новенький пакет. Ну, а чи можна обійтися в побуті взагалі без поліетилену? Абзац оголосив «День без кульків». От пластика и полиэтилена никуда не спрячешься. Они повсюду. Вот это шокирующее видео облетело весь интернет. Yeah. Oh my God, she has a freaking piece of plastic. Из носа этой морской черепахи достали 12-сантиметровую пластиковую трубочку. Этот дельфин задохнулся, проглотив полиэтиленовый пакет. Пакет может убить, например, ту же рыбу, или ту же черепаху, или даже ту же птицу в течение нескольких минут. А это мусорный остров в Тихом океане. Только вдумайтесь, площадь, забитая пластиковыми отходами, вдвое больше всей площади Франции. Сам по себе полиэтиленовый пакет, ну, здається, ніякої загрози не становить. Але його життєвий цикл складає від 5 хвилин аж до 15. Доти, доки ви знаходитеся в магазині і прийшли додому. Як правило, вони не можуть бути далі використані, вони надтонкі і розриваються. Але це вся маса поліетиленових пакетів надтонких, вона є такою об'ємною, що от саме загроза від її кількості попадання на сміттєзвалище. Вот оно, главное київське кладбище бытових відходів. Конца і краю не видно. Какая там высота. Другого мусора, кроме пластиковых пакетов, белых, синих, черных, вообще не видно. Потому что другой мусор гниет и разлагается, а этот нет. Сколько тысяч лет все это может здесь лежать? В таком же виде. А вот на полигоне, там, где много таких стаканчиков покоится, сколько там понадобится ему времени, чтобы умереть окончательно? На полигоне он будет, скорее всего, что практически вечный. А вот эта черная водичка, наверное, вытекает оттуда. Это вот, наверное, тот инфильтрат, о котором говорят экологи. Тот самый, который попадает в водоносные горизонты и отравляет нашу с вами водичку. Господи, черного цвета. Даже в Верховной Раде уже поняли, пора бороться с пластиком. Депутаты собираются рассмотреть законопроект о запрете полиэтиленовых пакетов. За нарушение указанных норм предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. Но лично я вообще не представляю, как можно взять и запретить пакеты. Я покупаю продукты в пакетах, пью воду из пластиковых бутылок, выношу мусор в кульках и даже зубы по утрам чищу пластмассовой щеткой. Поэтому проведу эксперимент, можно ли один день прожить без пластика. Но экспериментировать буду не один. Ну, ведите меня за покупками. Марьяна уже полтора года не пользуется пластиком. И на рынок ходит сразу с двумя огромными сумками, чтобы продукты складывать. Сейчас мы купим яйца. Купим... А, это для яиц. Да, это для яиц, чтобы не разбилось. И купим рыбу. Ага, о, рыба это интересно. Сыр. Начнем с самого сложного, с рыбы. Я даже представить не могу, как ее можно купить, не используя пакета или перчаток. Здравствуйте. А вы можете мне три рыбки положить в мою баночку? Без плеска. А что вы в баночку? Ну, так удобнее. Вы думаете, она поплывет? Но тут продавец берет целлофановый кулечек и... А мне же это известно. Ну, так осмотрите, что вы сделали. Я все это продумала для того, чтобы мы не использовали пакетик. Так вам с банки взвесит, банка тяжелая. Ну, так а вы обнулите? Это китайские весы, я не смогу сейчас с них встать. Я поняла. Хорошо. Я даже руками прикасаться не буду, возьму вам, вот, как бы, выложу. Ну вы уже второй пакет. Лучше руками, мне кажется. Руками прикасаться, выложу вам. Да, мне лучше бы руками взяли, честно. Вы уже два пакетика испортили.
Да я не за вас переживаю. Да уж, нашим людям к такому нужно привыкнуть. Но с остальными продуктами было гораздо проще. Продавцы без лишних слов упаковывали крупу, яйца и сыр в мешочки и судочки. Ну а вот с таким, как с рыбой, часто вы сталкиваетесь? Нет. Я вам не буду давать кулечек, я только возьму в кулечек. Ну, тут нужно понимать и следить, потому что люди по-разному. Кто-то, например, берет, когда прошел баночку, берет, запаковывает рыбу в кулечек, а потом кладет. А потом в баночку. Или, например, рыбу в баночку, а потом все это в пакетик. Так, ну с покупками разобрались. А как же дома обойтись без кулечка? И как дальше у вас это все происходит? Куда вы это все раскладываете? Ну как дальше? Вот это все очень просто. Это идет в холодильник. Ага. Яйца раскладываются в холодильник, а крупа сразу на место. А не обветривается так? Нет, оно же заезжает туда, под полочку стеклянную. Загружаем? Давай ты. Открыв холодильник, замечаю пластмассовые крышки и даже пластиковую коробку. Получается, отказаться от пластика все-таки нельзя? Эту пластиковую бутылку, после того, как я использую ее и использую этот соус, я могу сдать ее на вторсырье. Это переработанный полиэтилен. Так его передают уже на какое-то производство, которое делает канистры или еще что-то. То, что я не могу поменять, я тогда сокращаю. Килограмм пластика на переработку принимают по 3-4 гривны. Если он не грязный и вонючий, конечно. Той поліетиленовий пакет, який вже був на сміттєзвалищі, його неможливо використовувати в подальшому процесі. Кстати, оказалось, не покупая пластик, можно неплохо экономить. Только за один поход на рынок мы с Марьяной сэкономили 6 гривен, не купив ни одного кулечка. Меня удивляют, когда люди что-то выбрасывают, а потом подобное покупают. Например, пакеты для собачек какашек. Где какашки? Да, то есть есть специальные пакеты. Люди приходят домой, приносят обычные пакетики, от которых мы сегодня отказались, они их выбрасывают, а потом через интернет с доставкой заказывают там 100 штук. Согласен, это не совсем разумно. С покупками мы разобрались. Без кульков обойтись можно запросто. А как, например, элементарно вынести мусор? Я застилаю дно газеткой, туда все выбрасываю, и вечером, когда я выгуливаю собаку, я беру с собой ведро, выношу в мусорник и выбрасываю. Я помню, кстати, как это происходит. И так надо постучать еще по краю бака, чтобы все оттуда вывалилось. Да. Но это как-то не гигиенично. И я привык выносить мусор по дороге на работу. Поэтому я нашел альтернативу. Бумажные пакеты. Стоят 50 копеек штучка и выдерживают вес аж 5 килограмм. Я подсчитал. За день я обошелся без 8 пакетов. В неделю это 56. А в месяц, только вдумайтесь, 248 кульков. Если каждый хотя бы попытается уменьшить их потребление, таких страшных кадров станет меньше. Oh my God, she has a freaking piece of plastic.